Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. Если вы съедите это, то, скорее всего, умрете. Это не макароны, это то, как фармацевтические компании делают лекарства. Ингредиенты смешивают вместе, превращая вот в такие вот длинные нити. После того, как этот процесс пройден, они будут превращены в таблетки и пилюли. Это называется флип. Судно ВМС США для исследования океана. Уникальность этой лодки в том, что она спроектирована таким образом, чтобы плавать вертикально. Такое положение делает ее более устойчивой по сравнению с обычной лодкой. Кто-то заметил, как на Google картах был запечатлен момент того, как мужчина падал с лестницы. Карл, пойдем. Эта компания разработала невероятно крутые светящиеся кольца. Этот фотограф любит делать экшн-кадры с помощью игрушек. Это фарфоровый краб, и они любят открывать свои маленькие руки, чтобы хватать проплывающую мимо пищу. Спасибо большое за просмотр и спасибо отдельно, если поставите лайк под этим видео, а перевел и озвучил виски. Ага.